нас отсутствует Печинович уже долго, плюс Черлука пропускал. Вот. Но я так скажу, самое главное, что мы провалили первый тайм полностью. Не только центр обороны, центральную ось вообще провалили. У нас в первом тайме Спортинг обыграл именно в центре поля полностью. Ситуация так интересно стала, наоборот, в группе. Сейчас три команды, любая может выйти дальше. А такой ямы я не чувствую, что яма, именно яма. Есть моменты провальные. Вот. Так что будем выбираться из этой ситуации. Сами осложнили, сами будем выбираться. Это то, что сейчас что в метро ехали. Мы же не бежали, правильно? Не пешком шли. Сейчас можно валить на все, что угодно. То, что проснулся раньше времени, это тоже факт. Кто-то футболист не с той ноги стал. Да нет, можно отговорок слишком много найти. Но это не повод проигрывать дома 4-2. Мы всегда знали, что за команда «Спортинг». Очень сильная команда. Она не зря на первом месте идет в чемпионате Португалии. Поэтому я считаю, что «Спортинг» сегодня, особенно по первому тайму, очень здорово сыграл, очень сильная команда, приличная во всех линиях, очень играет быстрый футбол. Вот, и, я думаю, заслуженно победилась.